Снова здравствуйте. Решил записать маленький гайд о том, как прокачивать наших питомцев, которых мы приручили. Тут, в принципе, все просто, но для некоторых может быть полезно. Итак, вот здесь мы видим у нас маленький песик. Подходим к нему, нажимаем E, как здесь написано. Дальше выбираем Access Inventory. Здесь прокачиваем характеристики. Точно так же, как у персонажа. То есть здоровье, вес. Ну, для домашнего питомца в виде маленькой собачки, которую можно носить на плече, как бы здесь я им прокачиваю в основном здоровье, у него его мало. Ну и можно, конечно же, урон. Пока что здоровье. Вот прокачали. Здесь смотрим, здесь у нас повышается здоровье сразу же и уменьшается его сытость. То есть эту шкалу, то есть за ней надо следить, нужно своих животных кормить. Кормится все очень просто, берется корм, то есть, ну, данный динозавр потребляет мясо, берем мясо и перетаскиваем к нему в инвентарь. В принципе, также можно в инвентаре животных хранить мясо или ягоды. Они будут храниться дольше, чем в каких-то ящиках, вот, но меньше, чем в холодильнике. Тут есть несколько камер для хранения, но это уже отдельная тема, я об этом расскажу попозже. А так, в принципе, все. Таким вот образом прокачиваются наши питомцы. Всем спасибо. До свидания.